тачки преображаются, мелочи подбираются. Жопу тут собрали. Ништяк же. Как новое смотрится. А я уже не помню, показывал или нет. После прошлого сезона я разобрал сцепление, и он на последней тренировке жестко перегрелось и кончилось. Вот состояние. Просто видно, что металл разогревался до красна. Все такое красивое. Цвет какой приобретает. Ну ладно, на помойку мы его не выкидываем, потому что у него будет вторая жизнь. Вот пришел из Японии новенький ремкомплект, так что собираем и мчим дальше. Итак, тут-то прокачали сцепление, а тут только сейчас. Ну давай, качай. Ну все, сцепа работает четенько. Называется почти-почти. Всем спокойной ночи.